Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь мне бы хотелось затронуть, на мой взгляд, такую важную деталь, как момент, связанный с религией. Я должен этот момент обязательно раскрыть, потому что это достаточно важно. Суть этого момента заключается в том, что если вы являетесь верующим человеком, если вы позиционируете себя как верующего человека, то, возможно, вам имеет смысл обратиться не к психологу, который все-таки является светским человеком, а сама психология является наукой, а, наверное, может быть, к священнику, который вам поможет, если для вас это имеет значение, который поможет вам найти ответы на вопросы именно через веру, через религию, через, может быть, более близкий вам момент. Вот. Либо вы можете обратить свой вопрос в наш раздел, связанный с религией, где вы можете задать соответствующий вопрос. Что касается меня, то, чтобы тему завершить, я, наверное, хочу всего лишь, хочу спросить об одном. Как бы, если вы говорите, что Бог любит всех, то почему Бог не любит вас? Да? Вот. Это такое, мама, следующее. Вы говорите о том, что у вас есть установка условной любви. И момент здесь в том, ключевой момент, что установка условной любви может быть, она реальна. И она есть не только у вас. Нет, я не сравниваю вас с другими людьми. То, что я хочу сказать, это то, что других людей установка условной любви устраивает. Они вполне себе по этой установке живут. Они вполне себе этой установке следуют, и им, ну, не сказать, чтобы хорошо прям, но им неплохо. То есть люди внутренне согласны с этим, с тем, что любовь условна. На этом построены многие идеологические, некоторые религиозные и прочие группы, организации. Но вы, если задаете вопрос, внутренне не согласны с установкой, что любовь условна, вы следуете этой установке больше, чем вам хотелось бы. Вы платите за эту установку больше, чем можете. Именно это несоответствие привело вас к написанию данного вопроса. Соответственно, несостыковку между теми затратами наследования установки условной любви и тем, что вы считаете это привычным, и нужно выявить и скорректировать так, чтобы вам было это комфортно, чтобы вы говорили, ну да, я следую
установки условной любви, допустим, там просто вот потому что, например, хочу этого или просто потому что согласен с этим, вот. А когда я не согласен с этим, я ей не следую и так далее. Понимается, да, о чем идет речь? Здесь должна быть некоторая свобода. Свобода, которой, по моему мнению, у вас сейчас нет. У вас, по моему мнению, нет этой свободы, к сожалению. И в общем и целом, вам это тяжело. Тяжело переносить состояние несвободы, потому что, опять же, для вас оно неестественно. По поводу отвержения, другими людьми и боли. Я могу сказать, что парадоксальный на факт в том, как вас, может быть, отвергнут другие люди, потому что вас, безусловно, могли отвергать в прошлом. И, ну, у вас не сложился брак, может быть, и с супругой тоже были какие-то элементы отвержения. Вам, скорее всего, будут отвергать в будущем не потому, что вы какой-то не такой, а потому что людям вообще свойственно что-либо отвергать. Это один из элементов выживания человека. Одно из немногого, что осталось от первобытной жизни человека. Первобытной итерации человека. Вот. Но дело немножечко не в этом. Дело в том, что опыт отвержения всеми людьми, а это то, о чем вы пишете, вы не имеете и не можете иметь. Потому что все люди вас не отвергнут. Никогда. Но вы этого боитесь. Здесь важный момент. Я не хочу допустить отвержения кем-то конкретным. Конкретной группой людей, или конкретными людьми, или конкретным человеком. Или я боюсь, как, или я опасаюсь, мне не нравится, мне страшно то, как я буду чувствовать себя, если меня отвергнут. Если для вас ощущение отверженности непривычно, например, да, или вы его стараетесь избегать, вероятно, вам оно для чего-то нужно. Чувствовать, что вас не отвергли. Может быть, вас это как-то поддерживает, может быть, вас это как-то укрепляет, может быть, вы чувствуете себя лучше, если, например, ну, знаете, ощущаете, что вас они отвергают, поддерживают и так далее. Вот. То есть, вы боитесь опереться на себя, потому что если вы обопретесь на себя, то будут выявлены ваши реальные, может быть, способности, ваши реальные, может быть, возможности, вот, которых вы боитесь. Возможно. Вы этого боитесь.
почему вы этого боитесь? Ну, потому что это нужно подвергнуть какой-то оценке. А если это выражать, это нужно будет подвергнуть какой-то оценке. А оценка, она всегда стремится к тому, чтобы быть негативной. К сожалению. Вот. Вот, так, я думаю, обстоят дела. То есть, по сути, здесь, возможно, мы имеем дело именно с тем, что вы себя оцениваете и оцениваете себя негативно. Да, в какой-то степени это пересекается с тем, что у вас установка условной любви к себе. Здесь условная любовь базируется на непринятии в себе каких-то моментов. То есть, ну вот, вы не можете принять в себе что-то. Вы отрицаете, отвергаете себе что-то. Вот. И нужно, конечно, найти этот момент, что именно вы в себе отвергаете, что именно вы в себе отрицаете, ну и на каком основании это, вообще-то говоря, происходит, с чем это связано. Вот. Опять же повторюсь, вы бы не чувствовали этого отвержения, если бы полностью оно имело бы место быть. То есть, если бы вы на 100% себя бы отвергали, то вы бы этого не чувствовали. Вот. А поскольку вы чувствуете, что отвергаете себя, но отвергаете себя не полностью, что важно. Вот. То вот здесь-то как раз то, что вы себя отвергаете не полностью. Вот здесь-то и начинается самое для нас с вами интересное. Вы чувствуете, что отвергаете себя не полностью, из-за этого есть конфликт внутри. То, что в психологии кратко называется внутренним конфликтом. И то, например, с чем работает гештальт терапевта, именно с конфликтами, с противоречиями, с какими-то незавершенными историями, которые, ну, так или иначе, беспокоит человека, так или иначе тревожит человека. Вот. То есть, ну, в принципе, все в пределах может быть нормы, а может быть и патологии. В плане, что это отравляет человеку жизнь. Отравляет очень-очень сильно. Вот. Вот то, что
я могу вам сказать. Какого-то уникального способа, какого-то уникального решения вашей проблемы нет и быть не может. Тут нужно работать, тут нужно смотреть, исследовать. Вот. И помогать вам находить и разрешать те противоречия, которые у вас образовались, получились в силу той или иной жизненной истории, той или иной жизненной ситуации, той или иной того или иного жизненного опыта. Вопрос в том, готовы ли вы. Нужно обязательно сказать, что крайне важный момент заключается в том здесь, что вы, может быть, верующий человек, и нужно обязательно понять, насколько вам близка, например, не светская или светская позиция. Потому что меньше всего хотелось бы, чтобы были какие-то конфликты и противоречия на данной почве. На этом, в принципе, все. Все, что я хотел вам сказать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.